глубокому сожалению, 11 мая совершилась трагедия, и утонул 6-летний мальчик Лельхов Максим. Вчера, 12 числа, были организованы поиски с привлечением специалистов, в том числе водолазов и специалистов Центра Спаса по поиску утонувшего мальчика. Было привлечено несколько жителей Белоярского района в помощь профессиональным спасателям. К глубокому сожалению, катер «Амур», на котором находилось 3 человека, жителей Белоярского, ушел под баржу, и, к глубокому сожалению, 2 человека утонуло. Я искренне соболезную о случившемся, обещаю, что будет оказана со стороны администрации помощь семьям, которые потеряли близких. И искренне говорю, что я чувствую в этом за собой какую-то вину. Уверен, что мы все вместе должны пережить это большое несчастье, эти трагические случаи. Еще раз убедительно просьба гражданам, не отпускайте детей без присмотра гулять на улицу. Берегите себя. Вот так вот наши власти работают. Вот мальчик здесь на велике проехал. Не было здесь этой оградки час назад. И вот туда съехал и в речке утонул. И быстренько приехали, приварили ребята. Вот прям свежий шов, часу не прошло. На кирпичике стоит. Не знаю, быстренько поставили кирпич. Не могу бояться.